Ко Дню матери администрация городского поселения Истра подготовила приятный сюрприз для многодетных семей. Подарки, цветы и благодарственные письма женщины получили лично из рук городского руководителя. Не просто поздравить как от лица администрации, от жителей, но еще как от многодетного папы вас тоже. Стихотворение от городоначальника, искренние слова благодарности придали мероприятию неформальный оттенок. Пожелание Александра Шелестова для мамочек – не останавливаться на достигнутом. Трунову Викторию Александровну, у которой трое детей, сыновья Андрей и Артем и дочь Арина. Виктория Александровна. Здравствуйте. Спасибо большое. А это, чтобы ваш быт немного скрашивался. Я очень рада, что наша администрация о нас заботится все-таки, хоть такие подарки. Большое спасибо. Приятно была удивлена, что позвали, пригласили. Подарки отличные, в хозяйстве пригодится, в многодетной семье тем более. Вот, очень рады. Елизавета Макеева, Максим Барышев, Истранет ТВ.